Во время пандемии коронавируса многие потеряли работу. По официальным данным, в Молдове за 9 месяцев этого года число зарегистрированных на бирже труда увеличилось в 3 раза. Некоторые стали активно осваивать новые профессии, кто-то решил сменить род деятельности. Наталья Постолати занималась организацией развлекательных мероприятий, а сейчас, благодаря диплому о педагогическом образовании, преподает в начальных классах. Я так думаю, что это даже, наверное, мои ученики выиграли от того, что к ним пришел человек с такой многогранной деятельностью. И я очень скучаю за творческой деятельностью и надеюсь, что мы сейчас друг другу нужны. Мне дети, детям нужна я. Поэтому наша любовь взаимная. Эксперты по карьерному росту советуют тем, кто переживает за свое финансовое будущее, сменить место работы. Самой большой стабильности это, конечно же, госслужащие. То есть, если у вас нет работы, вы остались без работы, идите в госслужбу, и вас там всегда возьмут, потому что у них там всегда нехватка кадров, и всегда стабильно, вы будете получать премии, годовые, бонусы, и у вас все будет стабильно. На данный момент в Молдове официально около 7200 вакантных рабочих мест. Больше всего предложений в Кишиневе, Бельцах и Флорештах.